Здравствуйте. Здравствуйте. Кубинская, да? Да. Угу. Во, погодка, да, началась? Зима. В Санкт-Петербурге. Наконец-то снежок увидим. Главное, чтобы не до лета такая была погода. Вы, наверное, в спортзал ходите, у вас, ну, и сумка спортивная, фигурка такая спортивная. Занимаетесь, да? Да. Это хорошо. Я люблю девушек, которые занимаются спортом. И не люблю, когда не занимаются. Наверное, это потому, что я сам отчасти, хоть и в прошлом, но спортсмен. Поэтому ставлю вам большую жирную пятерку за то, что вы не, точнее, злоупотребляете здоровым образом жизни. Еще вы очень красивая. Вам не холодно в машине? Нет. Угу. Печку прибавлю, а то просто я обычно делаю чуть попрохладнее, потому что я сам очень горячий парень, и мне кажется, что от меня идет какое-то тепло. Я боюсь перегреть просто пассажира. Боюсь перегреть. Но у вас все в порядке, да? А вы замужем? А что? Мне просто интересно, почему, если вы не замужем, почему за вами не бежит шлейф из 38 тысяч мужчин, которые хотят взять вас в жены? Вот так я вывернулся и пошутил. Не знаю, наверное, не смешно, но вот как-то так. Ну, не хотите, не отвечайте, в общем, ладно. Я так просто пытаюсь поддержать разговор. А то, знаете, ну, нам, таксистам, всегда одиноко. Мы хоть и перемещаемся в пространстве, нам не хватает общения, поэтому мы все болтаем без умолку. Ну а когда в автомобиль садится такая очаровательная, просто прекрасная, красивая, стройная девушка, как вы, со спортивной сумкой, то я начинаю нервничать, говорить всякие комплименты, ну и там еще по списку что-то. Видите, я так нервничаю, что даже не могу сформулировать. Просто вы правда очень красивая. А я, как показала практика, что я говорю? Не то говорю, не про практику. Я видел красивую девушку, не могу уже мысли сформулировать. Я с недавнего времени разведен с супругой, вот, пытался какие-то отношения построить, но пока не получилось. Поэтому я пытаюсь общаться с красивыми девушками, вдруг мне повезет, и я, например, именно в такси встречу ту единственную и неповторимую, с которой проживу всю свою жизнь где-нибудь на островах Индийского океана. Как вы думаете? Я, конечно, не... Ну, скажем так, красивым девушкам идет, когда они ругаются матом. Поэтому вам очень это идет тоже. Скажите, я, простите, еще один вопрос задам. А вы, случайно, не из Москвы приехали? Просто, знаете, у москвичек... Да вы заебали, молодой человек, вы достали меня. Вы что думаете, если вы тут в такси работаете, все тёлки будут ваши? Вы на работу нормально сначала устроитесь, а потом клеите кого-то.
Как, блядь, не сядешь, так начинается бла-бла-бла, девушка. Вас что, блядь, не дотрахали или что? Ну... Вы можете молча просто ехать и не задавать вопрос. Видите, человек молчит. Не хочется с вами разговаривать. Я прошу прощения. Пиздец просто. Я еще раз прошу прощения. Вы меня извините, пожалуйста. Я, наверное, действительно... Действительно, сидите просто и молчите. Чего вы думаете, если вы в такси работаете, вам все давать должны, или вы такой пиздатый? Я тут должна сейчас вам дать? Ну? Пизну! Пойдите на нормальную работу, устройтесь, а потом пытайтесь каких-то, блядь, баб склеить. А что, вы считаете, что таксист не нормальная работа? Нормальная работа, просто, блядь, вам все дают, что ли, по вашим вот этим разговорам? Я уже, честно говоря, не знаю. Наверное, мне все-таки никто уже не дает. Так а у вас какая планка? Ну, типа, таксисты нет. Ну, а что вам? Какая? Что вам? Принц нужен? Принц нужен. Явно не таксист, извините. Явно не таксист. Ну, а что тут такого? Ну, таксист. А что, плохая работа? Или что, деньги какие-то грязные? Хорошо, вот мы с вами такие замутили. Так. Я такая с подругами вас знакомлю, говорю, здравствуйте, это мой муж, блядь, таксист, да? Очень смешно. Я бы не хотела, знаете, за отца муж выйти за таксиста. И вообще какие-то связи с ним иметь. Жесть. Ну, удачи вам тогда в поиске, да, принца. Спасибо. А вы помните песню у Меладзе, что принцев мало и на всех их не хватает? Ну, то есть, возможно, вам стоит пересмотреть все-таки, может быть, он... Не просто таксист, а, скажем, какой-то, может быть, сын богатых родителей или... Да, и он просто, ему делать нехуй, он едет в такси, катается. В любом случае, я еще раз прошу прощения. Я надеюсь, что на мою оценку вот наш диалог никак не повлияет. Правда, я не очень хочу и вам настроение портить, и себе. Я вас услышал, но я еще вот позволю себе буквально отнять у вас полторы минутки. Знаете... Вы лучше помолчите и все. Хорошо. Здесь налево повернете. А нам же на Кубинскую надо. Вы хотите здесь выйти? Да. Хорошо. Всякие звонят и пишут. Хорошо. До свидания. До свидания. Ты, блядь, кто ты, женщина? Бля, почему вот такие красивые, такие ебанутые, блядь, у меня вопрос. Да с такой позиции тебе вообще никто никогда не на... Блядь, это пиздец. Ой, друзья мои, ставлю 1 000 000 долларов США, что эта девушка никогда в жизни не выйдет замуж. А если выйдет, то станет черной, сука, вдовой, потому что все мужики, блядь, будут от нее вешаться нахуй на соседних деревьях, блядь. И у нее будет домик стоять, блядь, в садоводстве вокруг деревьев, и на них скелетики, блядь, потому что никто с такой стервой... Жить, мне кажется, не станет. Я точно. Ну, блядь, я даже не знаю, как с такой заниматься интимной близостью. Ну, то есть, блядь. Вот как все-таки важно, чтобы не человек был не столько красивый внешний, сколько внутренний. Потому что, блядь, ну такие, сука, стервы, это просто...
Бля, у меня даже все желание пропало. Все, на месяц опять желание пропало. Считай, что пошпилился. Все, все, отлично, я снова бодрый. Оп, поехали работать. Поехали.